Братья и сестры, дорогие подписчики и гости нашего канала «Незримая защита», к вам огромная просьба помочь нам в продвижении нашего канала, так как он находится в теневом бане у Ютуба. Вот что нужно для этого сделать: посмотреть наше видео, оставить комментарии и поделиться этим видео. Нам очень нужна ваша поддержка. С уважением, «Незримая защита». Оставайтесь с нами. Молитесь Господу Богу. Храни вас Бог. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во благое уст моих. Отверзу притча к устам, и я провещаю гонание из перва, и лика слышахам и познахам я, и отцы наши поведаша нам, не утаившися от чад их родин, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведения во Иакове, и закон положи во Израиле, и лика заповеда отцам нашим, сказать я сыновам своим, якогда познает род ин, сынови родящиеся, и восстанут и поведят я сыновам своим, да положат на благоупование свое, и не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и пригорчевай, род иже не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего, сынови Ефремля налицающие, и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранивши завета Божия, и в законе Его не восхотеша ходите, и забывши благодеяние Его, и чудеса Его я же показа им, пред отцы их я же сотвори чудеса в земле египетской, на поле Танеосе, разверзи море и проведи их, представи воды яко мех, и настави облако во дни, и всю ночь просвещением огня, разверзи камень пустыни и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, и когда возможен Бог уготовьте трапезу в пустыни, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Сего ради слыша, Господь, и презре, и огнем возгореся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Богови, ниже уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди ману ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яди человек, брашно послаем до сытости, воздвижи юг с небесе, и наведи силою своей лива, и о дожди на ней прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоже посреди стана их, окрест жилищ их, и о души насытившееся зело, и желание их принеси им, не лишившись от желания своего, ищи брашно сущего устех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множище их и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще, и не вера ваша чудесем Его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием, и когда убиваши я тогда взысках у Его, и обращахуся утреннего ху к Богу, и помянуши я, как Бог помощником есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбиши Его усты своими, и языком своим солгаши Ему, сердце же их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, той же щедро очистит грехи их, и не растлит и умножит отвратите ярость свою, и не разжет сего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша Его в пустыни, прогневаша Его в земли безводней, и обратишися и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение своя, и чудеса своя на поле Танеосе, и приложи в кровь реки их, и источники их, якогда не пьют, послана не опеся я мухи, и поядоша я, и жабы растрия, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби града винограды их, и черничи их сланою,
и предади граду скоты их и имение их огню. Послание гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание ангела лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти души их, и скоты их в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда и вселений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо пустыни, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрой море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, юже стяжа десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию дадим землю ужем же бодаяния, и всели в селениях их колено Израилева, и искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение его не сохраниша, и отвратишися и отвергошися, якоже и отцы их, превратишися в лук развращен, и прогневаша его в холмих своих, и во истуканных своих раздражиша его, слыша Бог и презри, и уничижи зело Израиля, и отриду скинию вселомскую, вселение еже вселись в человец их, и предаде в плен крепость их, и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их поеди огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстая коспя Господь, яко сирен и шумен от вина, и порази враги свои вспять, поношение вечное дадей им, и отрину селение Иосифово, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудово, гору Сионе уже возлюби, и создай, яко единорога святилище свое, на земли основай в век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчих, от доилиц поят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасе я в незлобе сердце своего, и в разуме их руку своею наставил я есть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.